Приветствую вас, мои друзья, гости моего канала. Я Эрика Клаус из Берлина. И сегодняшнее видео, это информационное видео. Не могла не сделать это видео, потому что я нашла два интернет-магазина. Одно видео я уже выпустила, называется «Boho Moda» или «Pizza Look». Там я рассказываю о направлении «Boho», то есть направление или направление и «Pizza Look». И тоже показываю вещи, которые я купила в новых интернет-магазинах, новых, для меня новых. Я очень рада, случайно на Фейсбуке нашла эти два интернет-магазина. Один интернет-магазин – это Pizza Mode, а второй, вот новый, который сегодня новые вещи, от него хочу вам показать, и одно от Pizza Mode. Называется Mode Mare Postiano. Многие, может быть, из вас ее знают, этот интернет-магазин, а многие не знают. Кстати говоря, они посылают во все части мира, и в Америку, и в Россию, и на Украину, и так далее. У них вещи все хлопок. Редко-редко бывает немножечко с полиэстером, но больше хлопок за такие вещи, причем ручной работы, мало количества выпускаемых вещей, качественные, модные, тренди, в основном boho look, который у нас не покидает нас из года в год, а в этом году он вообще был на пике моды. Я думаю, в следующем году будет то же самое, потому что такие вещи, они всегда вечно модные. Поэтому не могла не выпустить это видео, не сделать это видео, извините, чтобы вас дать вам какую информацию. У них сейчас абсолютно классные цены, очень много сниженных цен, не на все, но очень на многое. Они и блузы делают, и юбки в boho стиле, или платья, и купальники, и сандалеты, и сапоги, и так далее. Девочки, хотела перед моим видео, перед началом моего видео, кое-что вам сказать. Немножечко, это очень важно для меня. Немножечко, потому что как я еще могу, только через мое видео могу с вами поговорить. Меня немножко удивляет одна вещь. Я очень активная на Фейсбуке. Причем Фейсбук активная стала год назад. За год у меня почти, ну сейчас 4500 подписчиков. Это для Фейсбука очень много. То есть друзей, не подписчиков, друзей. Я выставляю постоянно, поэтому заходите. Там я как Эрика Клаус. Буду рада всем друзьям новым. Вот. И у меня мои я выставляю почти каждый третий день, иногда каждый день, новые короткие видео по 4-5 минут, причем не монтируя, а вот буквально лайв я выставила, и все. Там много и одежды, и о жизни, и о моде, и, ну, все, что возможно, мне нравится, я обожаю фотографировать, я обожаю снимать. Что меня поражает? У меня, хотя мой канал существует 4,5 года, 5 год уже скоро будет, 5 лет скоро будет. И тем не менее, просмотры, сказать честно, вот нет у меня даже мотивации. Хотя откуда только беру мотивацию, не знаю, для моих вот именно друзей делаю, которые меня только и поддерживают. Не понимаю я этого, как это так может быть. Я так работаю, девчонки, вы не представляете, поддержите же меня. Ведь я сколько лет отдала Ютубу, причем я ничего практически не зарабатываю на нем. И мне не нужно себя выставлять. Я делаю как информационное видео, как позитивное видео. И поэтому меня поражает это. Вот, например, возьмем Facebook. Может быть, конечно, другие люди, хотя у меня некоторые подписчицы приходят тоже на Facebook. Поэтому я вас всех приглашаю. Я только выставлю маленькое, необработанное видео на Фейсбуке. Вот у меня буквально последних несколько видео набрали за 6 часов 1200 просмотров одно. Вы понимаете? Причем для меня это грубо сделанное видео. Я очень много работаю, чтобы сделать вот так, чтобы вы знали, девочки, которые, ну, ни разу не делали сами видео. Работа это адская. Снимать несколько часов, монтаж очень долго. Часами монтируешь,
урезаешь, монтируешь, или музыку вставляешь, или надо выключать текст, включать музыку, или наоборот, это очень большое. Оформление берет иногда по 5 часов. К тому же, хорошо сделано видео, даже не, я не говорю хорошо, а если перфектно сделать видео, я могла бы, может быть, даже еще лучше. Конечно, я не могла бы, я могу сделать еще лучше. Но, девочки, за такие просмотры бесплатно, без мучений, я даю от своей личной жизни все-таки. Это я вас не жалуюсь, ничего. Меня просто это удивляет, как это так. На Фейсбуке только выставишь люди, даже которые меня не знают, которые даже по 1500, вот некоторые видео, 3 дня, 1500 и так далее. Это просто меня, хотя это же не YouTube, им, в принципе, видео не так нужно, как YouTube, кто приходит на YouTube. На моем канале за 4,5 года такие просмотры, это, я считаю, ну как-то, ну недостойно меня, я считаю. Это неправильно, я считаю, нечестно. Есть люди, которые просто выставят и вообще даже не обрабатывают. Я работаю, как очень отдаюсь этому, стараюсь для вас делать информацию. Так поддержите же меня. Ладно, я не зарабатываю деньги, но чтобы хоть, чтобы мне, не то, что не закрыть канал, чтобы мне не перестать делать видео. Тогда я только на Фейсбуке буду выставлять, потому что там такие, это же приятно человеку, это же мотивация, даже бесплатно, если работаешь. Я вас прошу, девочки, поддержите меня лайком тоже, лайков вообще за такие работы, ведь я же стараюсь, я же даю всю информацию, я очень много переодеваться, это такие адские, тяжелые, себя дисциплинировать. Это очень тяжелая работа, поверьте мне. Это не просто выставил и все. Вот сейчас я сняла себе лайв и все. Это все мы очень много работаем. И, пожалуйста, поймите нас и поддержите. Не должно ведь так было быть, что на Фейсбуке выставишь и тебе сразу просмотры, как будто вот, ну не знаю, тот канал, который ты даешь душу, который ты стараешься, что принести пользу для людей, отвлечь вас от быта, от бытовухи. Он так мало набирает. У меня скоро выйдет, вот тут последнее видео, потом выйдет очень интересные покупки через Йокс, которые я купила, шерстяные, очень красивые вещи, пуловер, пиджаки, жакеты. Я буду создавать образы, я буду рассказывать о новых тенденциях, не просто показывая фотографии, а показывая на себе. Это большой труд, девочки. Большой. Опять же, я не жалуюсь. Я просто хочу рассказать. Это очень тяжело, поэтому приглашаю всех на мои тоже следующие видео. И поддержите меня. Итак, девочки, начинаем. Я купила через интернет-магазин, который уже вам показывала в предыдущем видео, Boholook. Там я купила 2 платья. Одно из них вот это платьице. Сейчас оно тоже уцененное. Еще в розовом такое же есть, но оно в розовом дороже. К сожалению, я хотела еще розовый купить. Сначала только думала, не то, не еще розовое. Но я купила это, потому что оно было дешевле. Итак, все это абсолютный хлопок. Выбитые кружево хлопок. Я купила себе вот такую блузку. Она была последняя. В стиле хиппи или бохо. Как вы видите, у нас потрясающие рукава. Потрясающе модный, как сейчас, очень у нас стильный, модный. Здесь у нас узенькие, а здесь у нас широкие, приподнятые сбоку. Вы посмотрите все на мне. Вот такая блузочка. Хочу вам качество немножечко показать. Она очень красивая. Здесь у нас очень красивая вышивка бисером. Сейчас, наверное, плохо видно. Не знаю, я видно, не видно. Бисером или... И хочу еще сказать, что здесь мой любимый, искусственный, конечно, искусственным жемчугом. Очень красиво, очень стильно, очень здорово, красивая блузка. Причем, так как я невысокая, слава богу, оно мне было не так коротко. Сейчас модно, конечно, животики показывать. Я прекрасно буду носить ее на следующий год. Или, дай бог, поеду все-таки наконец-то когда-нибудь в отпуск. Может быть, зимой. Хотела бы на день рождения. Вот. И поэтому такие блузки у нас будут всегда модны. Попробую поближе вот так вот вам показать. Вот, может быть, сейчас больше вам видно. Вот сейчас я вижу уже.
купить длинное платье в стиле boho look, в стиле, то, что длинное платье, это элегантно, это стильно, это всегда круто, в любой фигуре подходит, вытягивает, стройнит, делает вас леди. Вообще, я очень люблю, конечно, тоже длинные вещи. И мне удалось вот через эту новую интернет-магазин Moda Mare Posiano, итальянский интернет-магазин, я купила себе вот такое чуднейшее платье. Вот еще есть там Вески и Эска, и еще там есть Энка. Это Элька. Вот. С чем оно классное, девочки? Не только потому, что оно очень красивое, что тоже материал. У нас, как вы видите, вот хлопок, он весь, опять же, вот здесь столько деталей, такие детали, просто, ну, просто потрясающие детали. Здесь, вот здесь вышивки, причем посмотрите, какая прелесть, раковины и бисер. Очень хорошего качества. Здесь у нас стоячий воротничок. Мы можем расстегивать пуговички, можем застегнуть пуговички. У нас сзади на резиночке многоярусная. Как вы видите, оно вот здесь вот под, внутри у нас тоже еще идет рубашечка, примерно до колен, немножко выше колен. И очаровательница, очаровательная платьица. Здесь у нас тоже кружево, натуральное кружево, все натуральное кружево. И опять же здесь тоже у нас кружево и опять кружево. Вот такое платье. Хлопок у нас фактурный. Идет полосочки, не просто хлопок, а вот именно фактурный. Здесь у нас полосочки, разные такие узоры, потом опять полосочки. Очень, очень крутая, крутое платьице. Причем я вам расскажу за такое качество. В общем, короче, я купила его за 90 евро. Такое платье, извините, это просто потрясающе. Чего? Оно еще есть, девочки. Я опять говорю, это информация, я ничего от этого не имею. Вот, но мы же все, почему бы не купить то, что... Даже синтетику часто такие платья дороже продают. Вот натуральные, вы будете, у них несколько штук только такой, именно такой модели. И что я хочу сказать, что это платье стоило... купила себе на будущий отпуск. Можно как блузу ее носить, а можно носить и на пляж, и в отпуске, даже вечером. Вот, вот такое платьице. Тоже все, опять же, вот через Moda Mare Posiano. Фирма называется Fresh Cotton. Вот. У них очень много. Я его купила, вы не поверите, за 25 евро. Единственная пересылка дорогая, 15 евро. Считай половину. Но за такое качество я, например, у Йокса такие вещи вижу дороже. Намного дороже. Причем, посмотрите только на эту прелесть. Смотрите, опять же, у нас идет горловинка. По плечики открытые. У нас здесь завязывается. Вот это типиш, вот типичная, я типиш говорю по-немецки, типичный стиль вот boho или Ibiza look. У нас все в вышивках идет. У нас по низу идет очень красивое тоже кружево. Хочу показать. Вот такое у нас потрясающее кружево. Thank you.
Я с вами прощаюсь. До следующего видео. Поддержите меня, пожалуйста. Я очень стараюсь, как могу. И чтобы у меня была мотивация делать видео. Чтобы я старалась еще больше для вас. Хотя я всегда стараюсь. Но я могу еще лучше. Я знаю, у меня есть потенциалы. И следующее видео выйдет тренды на осень-зиму 2020-2021. Вы увидите очень много вещей, которые купила через интернет-магазин Йокс. Очень красивых, стильных вещей. И от пуловеров до обуви, от брючек и узких, и широких, и разных, до жакетов. Вы посмотрите все. Желаю вам отличного начала осени, если мы, ну, я думаю, что мы еще увидимся с вами. Ну, считай, да, начало осени уже будет скоро. Вот, так что всего вам доброго. И поддерживайте меня, заходите на мой канал, подписывайтесь на Facebook.